Он здесь. Сообщите инквизитору. Вы гляньте! Крысёныш с браки играет в джедая! А я сказала Гранд-Инквизитору, что ты усвоил урок и больше сюда не сунешься! Ведь мы растоптали ваше жалкое сопротивление! Приятно ошибаться! Это такое? Девятая сестра ищет нас. Нужно связаться. С другой стороны, она прослушивает переговоры. Не будем упрощать ей задачу.
Поколениями вуки совершали паломничество к вершине. Древо направляло их. Беги! Беги! Нужна помощь! Помоги мне, беги! Думаю, Гризу оно понравится. Главное, чтобы не выросло слишком высоким. Хорошая работа. Штурмовика сюда притащило какое-то существо. Ну и страшно же там, беди. Thank you.
На помощь беги! Давай сюда, беги! Помоги, пожалуйста. Помоги мне, беги! Иди, давай, Стим! Хорошие данные. Thank you.
Мы не знаем, опасна она или нет. Это она сбила истребитель девятой сестры. Вставай. Еще раз. Я все время падаю, учитель. Вот как? Хорошо. Падай опять и поднимайся снова. Только так ты научишься. Не позволяй своему эго и отговоркам встать у тебя на пути. Отпусти то, что боишься утратить, и соберись. Ну? Еще раз. Так, теперь прыгай сюда. Ты справишься. Надо просто не сдаваться, беди. Пока мы не сдаемся, у нас всегда есть шанс. Наконец я пришел к тому, что было до истребления. До смерти мастера Топала.
можем помочь. Теперь я понимаю. Это дерево связует ядро планеты с небом. На помощь, беги! Это обронил Вуки, когда лез на дерево. Проходил испытание. Иди. Война клонов. Здесь война не заканчивалась. Все, что мы сделали, что-то имело смысл.
Может, это последняя птица Шиио?